Еще захватывающее видео из Калифорнии. Как утверждают участники событий, кадры эти уникальные. Этот смертельно опасный трюк выполнила интернациональная команда спортсменов. Мотоциклист, пилот самолета и канатоходец. Гимнаст балансировал на стропе, натянутой над взлетно-посадочной полосой. В этот момент под ней пролетал легкомоторный самолет, над которым свой обратный кувырок, так называемый бэкфлип, выполнил мотофристайлер. Повторять такое опасно для жизни, предупреждают сами экстремалы, среди которых, кстати, есть девушка. Именно она управляла самолетом.